Издательство «Молодая гвардия» продолжает свою работу на Московской международной книжной ярмарке. Издательство «Юбиляр». Нам 10 октября исполняется 100 лет. Такая вот грандиозная дата, грандиозное событие. И потому не случайно рядом со мной постоянный автор «Молодой гвардии» серии «Жизнь замечательных людей», известный историк Дмитрий Володихин. Сегодня мы представляем новую книгу Дмитрия Михайловича «Полководцы Святой Руси». В центре внимания великие князья Ярослав Всеволодович, Александр Невский, Дмитрий Переяславский и Дмитрий Донской. Дмитрий Михайлович, ну, пожалуйста, расскажите, вот что это за книга, что это за сборник, почему Святая Русь и почему вот именно эти четыре героя? Что такое Святая Русь, объясняется в предисловии этой книги. И говорится, что это в принципе Владимирская Русь и ранняя часть Руси Московской. 12, 13, 14, может быть, века. И что касается, что за книга? Четыре полководца Святой Руси, четыре великих русских полководца, объединенных узами крови. В центре книги Александр Невский, до него его отец, великий князь Ярослав Всеволодович. Кажется, должно все работать. А хорошо меня слышно? Отлично. А до него его отец, великий князь Ярослав Всеволодович, который был не худшим полководцем, чем сын, во всяком случае в зрелом возрасте, совершил немало подвигов во имя Руси, но не был настолько же, как Александр Невский, чист в смысле участия в междоусобных войнах. Затем сын Александра Невского, великий князь Дмитрий Александрович, иначе он называет Дмитрий Переяславский. И четвертый полководец, это Дмитрий Донской, праправнук Александра Невского. Все они отмечены выдающимися победами. Все до одного. И мне хотелось бы показать, что, во-первых, все эти полководцы в очень большой степени люди православные, и для них вера никогда не была пустым звуком. Их действия в очень значительной степени диктовались тем, что они верят в Бога. Кроме того, я хотел бы показать, что это время в нашем представлении может быть принадлежащее стране могущественной, огромной, наделенной мощным военно-политическим потенциалом. А в действительности 13 век и 14 век – это время бедности, это время раздробленности. Это время, когда значение Руси на международной арене упало, ну, можно сказать, ниже плинтуса. И в это время великий полководец, великий государственный деятель, князь, который может сохранить осколки Руси, истекающей кровью, изувеченной, пострадавшей от внешних нашествий, был, можно сказать, на вес золота. Я здесь еще расскажу впоследствии об этой книге все, что хочу сказать. Хочу предупредить также вот о чем. У вас будет минут 15-20 для того, чтобы вы задали свои вопросы. И тем, кто задаст лучшие вопросы, есть приз. К сожалению, исторической книги у меня нет. У меня есть только сборник современной фантастики «Великое искомое. Хроники поиска». И там моя повесть. Время от времени спрашивают: «Дорогой Дмитрий Михайлович, почему вы одновременно пишете историю и фантастику? Вы что, считаете, что это одно и то же?» Совершенно нет. Я разделяю все это. И, в общем, история – это в равной степени искусство и наука. И человек, который пытается в истории что-то упрощать, пытается не опираться на источники, пытается нечто выдумывать, пытается следовать путем фантазии вместо строгих методов науки, он, в принципе, занимается ерундой. Я доктор исторических наук, преподаватель Московского университета, зав кафедрой в Московском государственном институте культуры, и мне положение обязывает быть точным, не врать. У историка есть один единственный профессиональный идеал. Этот идеал – истина. Мы можем много чего делать, только врать не можем. Если ты нормальный историк, ты этого делать не будешь.
я постарался в этой книге не врать. Книга написана на трех уровнях. Первый, самый сложный, это спорные вопросы в биографии этих великих князей. Они все были великими князьями владимирскими. Один из них был еще великим князем московским, Дмитрий Донской. Так вот, там есть несколько проблем, которые надо решать по источникам. Чисто научно. Не надо фантазировать, надо просто взять источники в руки, подвергнуть их анализу и полученный результат предъявить. Например, очень сложные вопросы о численности тех, кто участвовал, например, в битве на Чудском озере, о численности тех, кто участвовал в битве на поле Куликовом. Очень сложные вопросы о взаимоотношениях, например, Александра Невского и его братьев. Очень сложные вопросы о взаимоотношениях Дмитрия Донского с Тверью и Рязанью. И здесь нельзя никак решать эти вопросы, как только научными методами. Другой слой популярный. То есть я старался рассказать максимально простым, прозрачным языком то, что происходило в это время, чем это время трагично, оно было поистине трагично. 13 век, середина, вторая половина и первая половина 14 века – это времена поистине черные для Руси. А вот вторая половина 14 века – это и Сергий Радонежский, Андрей Рублев, и Дмитрий Донской, Владимир Храбрый. Целое созвездие людей, которые действительно осветили темные небеса Руси, и она начала двигаться к выходу из состояния страшного, придонного, близкого к гибели. Наконец, третий уровень, уровень чисто литературный. В каждом из четырех биографических очерков есть 3-4 литературные вкрапления. Это миниатюры, рассказывающие о том или ином событии, например, о том или ином сражении, в котором участвовали главные герои этой книги. И эти литературные странички представляют собой рассказ о том, как это происходило, но не строго научный, а в художественных образах. Ну, я уж не знаю, вот знаменитая Роковорская битва. Страшно запутанным сюжетом. Немцы возвестили, что они победили в ней. Русские летописи сообщают, что победа осталась за Русью. И в конечном итоге похоже, что действительно она осталась за Русью. И там есть чрезвычайно сложный момент, когда все остальные отряды немцев разгромлены, только тевтонские рыцари сидят в лагере новгородского боярства, который они захватили. Решается вопрос, что с этим делать? И новгородские бояре, в этой битве проявившие себя не лучшим образом, подходят к князю Дмитрию Александровичу и просят его: давай-ка ударь на немцев, спаси наше добро, спаси наше богатство, которое в этом обозе спрятано. И он отказывается. Дело в том, что его работа воина и полководца днем была исполнена. Он разгромил тех, на кого вел наступление. А спасать ценой жизни своих воинов, спасать уже в сумеречную пору, когда победа, только что добытая, может быть утеряна, это ход необдуманный, ход, который может привести от победы к поражению. Поэтому он говорит им: нет, атаки не будет. И на утро немецкие рыцари сами уходят из этого лагеря, покидают его, и на поле боя остается русское воинство. Другой эпизод, может быть, не самый важный, но для книги один из ключевых. Ну, тут сидит человек, наверное, 15. Вот ради интереса, давайте не вы мне сначала зададите вопрос, а я вам. Сколько знаменитых битв, выигранных в поле Александром Невским, вы знаете? Прошу. У меня самых популярных две, наверное. Самых популярных две. Невская битва и Людское побоище. Невская битва и Людское побоище на Чудском озере. А на самом деле их 5. Поскольку через 3 года после сражения на Чудском озере, после Ледового побоища, началось нашествие коалиции литовских князей на Русь. Это нашествие было масштабным.
это не какой-то князец, который решил пограбить Русь. Это не два, не три, это целая коалиция, повторяю. И они шли, чтобы отторгать русские города, а не для того, чтобы их грабить. Так вот, произошло тройное сражение. То есть сначала были разгромлены основные силы, затем один из легких корпусов литовцев, и, наконец, войско, которое уже вдоволь обогатилось, но не смогло зацепиться ни за один русский город, оно с большим количеством русских пленников и с большим количеством добра уходило через Усвят. Неподалеку от озера шла дорога, очень неудобная для Литвы, поскольку она шла, как бы сейчас сказали, через дефиле. Была узкой, невозможно было ее пройти сразу широким фронтом. И здесь Александр Невский, помня, что когда-то здесь его отец, великий князь Ярослав Всеволодович, разбил литовцев, воспользовался тем знанием, которое, очевидно, ему передал его родитель, в этом месте на них напал, выдержал тяжелый бой, разгромил и освободил русских пленников. Вот это пятое сражение Александра Невского. Я не говорю о походах в Финляндию, я не говорю о взятых городах, об освобождении Копорья, Пскова и так далее. Я говорю о полевых сражениях. Вот для 13 века литовская угроза была гораздо более серьезной, чем угроза немецкая или угроза шведская. Александр Невский эту угрозу еще сдерживал. Сдерживали какое-то время и после нее русские князья эту угрозу. А вот в XIV веке, к сожалению, на фоне междоусобных столкновений русских князей, литовцы действительно отгрызли очень значительную часть Руси. Представьте себе, Александр Невский не пустил дальше Торжка, дальше юга Новгородчины, дальше Псковской земли и быстро выгнал назад. А вот в XIV-XV веках Литва продвинулась так далеко, что за Литвой был Торопец, Смоленск, Вязьма. За Литвой были города по Оке. И, например, такие города, как Воротынск, скажем, или самая близкая к Калуге земля. Это все то, что было за Литвой. В сущности, нынешнее Дальнее Подмосковье являлось ближним зарубежьем в тот момент. И постепенно, очень трудно, в течение 15 века, эти земли, отхваченные Литвой, русские князья отвоевывали. Процесс завершился при Василии III взятием Смоленска в 1514 году. Ну, представьте себе, Вязьма, до нее несколько часов на электричке. Вязьма была литовской. И на Можайск претендовала Литва. Поэтому, конечно, то, что при Александре Невском эта агрессия литовская была отбита, при том, когда Русь была едва жива, когда сил было очень мало. Это, конечно, военное чудо, совершенное Александром Невским, и впоследствии, к сожалению, несправедливо забытое. Я бы хотел напомнить то, что первое сражение с ордынцами в поле выиграл его сын Дмитрий Переяславский. Выиграл его, отогнав некоего ордынского царевича, который напал на русскую землю. Я бы хотел напомнить, что вот, наверное, те, кто постарше, все видели фильм Эйзенштейна «Александр Невский». Ну, да, вижу, кивают люди. И там, в этом фильме, есть сцена, как немецкие рыцари проваливаются под лед. Так вот, в сражении на Чудском озере никто из немецких рыцарей под лед не проваливался. И даже более того, если бы русская дружина заманила бы их на тонкий лед, то это было бы смертельно опасно для нее, потому что значительная часть русских дружинников была вооружена тяжелее, чем немецкие рыцари. И в оборонительном смысле кольчуга, доспехи, и в смысле оружия, которое было на них нагружено. Так вот, эта сцена взята из совершенно другого сражения на несколько лет раньше Чудского озера, битва на реке Эмайиге, она же река Мовжа, она же по-немецки река Эмбах, около города Дерпта, он же Юрьев, он же нынешний литовский Тарту.
И там действительно немецких рыцарей загнали на лед только не озера, а этой реки. И они в массе своей провалились под лед и погибли. Ну, Эйзенштейн, вдохновленный тем, что ему рассказали историки, этот эпизод взял и переместил в битву на Чудском озере. То есть он прекрасно знал, Дмитрий Михайлович, что он тут смещает. Да, конечно. Искажает правду. У него были превосходные консультанты, то, что там есть сказочного, в этом фильме сказочного немало. Это не ошибка, это сознательное творчество у художника. Вот я хочу, чтобы было вот так. И стало вот так. На самом деле так, может быть, и не было. Но вот фильм-сказка всем полюбился. Фильм гораздо более скромный и гораздо более точный вместе с тем. Александр, Невская битва. Он, в общем, не встретил такой широкой популярности, но в смысле исторической почвы он, конечно, более точен. Этот фильм принадлежит уже нашему времени. Поэтому, когда вот мне пришлось работать с материалом по биографии Александра Невского, я старался нигде, ни в каком месте не отойти от источников. Об Александре Невском написаны десятки, может быть, сотни книг, тысячи статей, огромное количество художественных произведений, чудовищное количество разнообразных очерков, материалов, газет, журналов, ну и, конечно же, блоги переполненные, в особенности вот среди, с недавним юбилеем, очерками по поводу Александра Невского, его судьбы, его подвигов. Так вот, хороший историк, прочитав то, что из этого значимо, отодвигает от себя и изучает то, что осталось. А это летописи, документы, источники иностранные и разного рода, что осталось от архитектуры того времени. И на основе всего этого делает выводы, что бы кто ни написал, какой бы научный авторитет или авторитет идеологический не давил бы на историка, ему надо от этого избавляться. Повторяю, его идеал – это истина и больше ничего. Текущий момент на него влиять не должен в идеале. И поэтому я старался оставить в книге то, что неудобно или неясно, неудобным или неясным, как оно и есть. И в то же время постарался освободить Александра Невского от нескольких совершенно несправедливых обвинений. О нем пишут даже вот недавние годы, даже в связи с юбилеем, активизировалась какая-то критика его личности, что он был коллаборационист, что он сотрудничал с Ордой, что он предал своего брата, который пошел на мятеж против Орды. На самом деле, конечно, это неправда. Источники не доносят до нас ни одного сколько-нибудь правдоподобного известия о том, что Александр Невский призвал Орду против своего брата. Это неправда. Кроме того, относительно того, что Александр Невский принудил Новгород платить дань Орде, хотя Новгород ордынцами взят не был. Но подумайте, Александр Невский из конца в конец прошел всю Ордынскую империю, был в Каракоруме, прекрасно знал, что силы империи в десятки раз превосходят силы Руси и в сотни раз превосходят силы одного Новгорода. И я когда-то приводил пример футбольный, двоякий, но представьте себе, что играют, ну, оспаривают кубок по футболу, извините, дамы, три команды. Допустим, Реал Мадрид, так. Допустим, Московская Динамо, ну и, допустим, что-нибудь из там второй лиги, мне кажется, Ярославский Шинник там, да? Если он еще жив. Надо проверить. Ну, допустим. Ну, в общем, представим себе, что за Русь играет Московская Динамо. Сколько шансов, что оно выиграет у Реал Мадрид? Ну, бывало, Дмитрий Михайлович, бывало. Разовые победы были. ЦСКА выигрывал недавно у мадридского Реала. Иногда немного что-то бывало, но шансов немного. Сколько шансов, что у московского Динамо выиграет Ярославский Шинник? Ну, тоже не очень. Ну, бывало, но в Кубке России, да, выигрывал. Так вот. А потом я понял, что в сущности это неправильная метафора, если считать, что Русь – это что-то вроде московского Динамо в футболе, Орда – это Реал Мадрид, а, скажем,
немецкий орден, это что-то вроде Ярославского шинника, но понимаете, это ж не цвет немецкого воинства, это провинциальные отряды, которые в основном за счет дерзости и использования неурядиц между русскими князьями продвигались, а не за счет какой-то своей великой мощи. Это был не настолько опасный противник. То остается ощущение того, что ну, если вот пойти в бой героями, то можно победить. Я хотел бы предложить другую метафору. Скажите мне, мужчины и дамы, которые, может быть, даже смотрят футбол, сколько игроков в футбольной команде? Ну да, совершенно верно. Вот представьте себе, что за Русь играет нормальная команда 11 человек, а за Орду играет команда в 111. 211. 1011 человек. Вот скажите мне, с этой точки зрения, на какой день осады Новгород Великий, сопротивляясь Орде, превратится в головешки? На первый, на второй, может быть, целых 5 дней простоит. Но результат однозначно именно этот. Поэтому Александр Невский, прошедший всю Монгольскую империю и знавший, что сопротивление для Новгорода означает гибель всех новгородцев и сожжение города, договорился с Ордой, что Новгород платит дань, но его не пытаются взять, сжечь, не пытаются обратить его жителей в пленников, в рабов, не пытаются посадить там своего администратора, какого-нибудь, я уж не знаю, Тудуна или какого-нибудь откупщика. И таким образом, смирив Новгород, Александр Невский спас его. Это все спорные моменты в его судьбе. Так не надо пытаться что-то там сделать более круглым, более размытым, не пытаться дать на вопрос об этой ситуации ответ, который нашим, вашим, с одной стороны, с другой стороны, четко сказать. Очень хорошо и правильно, что Александр Невский не пытался новгородское воинство вывести на бой. Его бы все убили. Очень хорошо, что Александр Невский не пошел по пути брата, который со своими небольшими отрядами вывел против Орды на бой. Действительно очень небольшие отряды двух княжеств, был наголо разгромлен и вызвал сожжение множества городов Руси. Он попытался, я имею в виду Александра Невского, сберечь то, что на Руси оставалось, дать ей пожить мирно какое-то время, восстановить силы, выстроить заново сожженные города, дать молодым поколениям подняться, дать войскам пополниться новыми войнами. И вот это сбережение Руси, оно напоминает работу человека, который налетел, который был на корабле, налетевшем на камни. Деревянный корабль налетает на камни, стоит рядом с берегом. На берегу уже стоит компания людей, готовых налететь на корабль, ограбить его, разнести его в щепы и взять в плен тех, кто остался. Вот является человек вроде Александра Невского, берет в руки меч, стоит по колено в ледяной воде, отмахивается от тех, кто стоит на берегу, а его соратники пытаются залатать дыры в днище и общими усилиями сдвинуть корабль с камней. И в конце концов сам князь впрягается в сталкивание корабля. До самой последней своей минуты он стоял за Русь и старался сделать так, чтобы Русь не погибла, чтобы можно было сберечь то, что еще живо, то, чтобы она осталась жива и имела какую-то перспективу, какое-то будущее. Вот этот я и пытался в своей книге рассказать. Ну а теперь жду ваших вопросов. Прошу вас. Вопросы лучше задать в микрофон, можно к нему подойти, только не перекрывая нашу камеру, чтобы мы вас услышали. Да, пожалуйста. Вот один человек пошел, следующий вы. Как я уже говорил, призами на лучшие вопросы вот эти книжечки. Сборники фантастических произведений, включая повесть Дмитрия Михайловича. Прошу вас. Да, Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, вам, во-первых, привет от ИСФАК МГУ, в общем-то, я его закончил, так сказать, вам поклон. Вопрос такой, как можно объяснить тот факт, что в Российской империи не столь внимательно, не столь
внимательно, наверное, относились к исторической памяти, связанной с ледовым побоищем. Потому что, как мы помним, в том же 19 веке появляются памятники на Куликовом поле при участии Сергея Уварова, но никакой исторической памяти, связанной с ледовым побоищем, по факту не было. Да, сложность состоит в том, что даже сейчас нет совершенно точной локализации. Некоторые говорят, что это на берегу, близ реки Желчи. Некоторые считали, что это на Узмени. Некоторые считали, что у расширения Узмени на север, близ скалы Вороний камень, которая вроде бы ушла под воду. И поэтому мемориал-то поставить хочется, а вот понять, где именно его ставить, довольно сложно. В советское время было несколько экспедиций, но они приблизительно нащупали место, где, скорее всего, было сражение. И на берегу, неподалеку от этого места, мемориал сейчас есть. У Российской империи, в общем, так, в эпоху Российской империи такими историческими знаниями еще не обладали. Дмитрий Михайлович, догонку. Говорят, что мемориал Куликова поля тоже установлен где-то не совсем там, где надо. Ну, скажем так, у специалистов и сейчас идут споры, где именно прошло сражение на Куликовом поле, но вот та традиционная версия, которая связывает устье Непрядва на Дону с Куликовым полем, на мой взгляд, она является наиболее адекватной. Там неподалеку поставили мемориал. Естественно, что местность изменилась, естественно, что учесть, сколь значительным было это поле в XIV веке, сейчас уже достаточно сложно. Но вот существуют цифры скептиков и оптимистов по поводу того, сколько народу сражалось на поле Куликовом. И в настоящее время считают, что вышло в основном конное дружинное воинство русское, и там было... Не там не 300, не 150, а даже не 50 тысяч, а 10-15. Там некоторые скептики говорят, что там вообще было 1000, 2, 3, 5, но это уже за пределами здравого смысла. И такое количество воинов на месте, где сейчас стоит мемориал, вполне умещается, в этом нет ничего фантастического, это, в общем, находит подтверждение. Так, вот, сударыня, вы и вы, вот молодой человек, потом вы. Хорошо. Дмитрий Михайлович, спасибо за лекцию, спасибо за книгу. Скажите, пожалуйста, в чем была причина раскола в Древней Руси? Как ее получилось победить? И как нам победить раскол сейчас, который у нас происходит в обществе между странами, которые были в бывшем Союзе? Как вот тогда победили раскол и смогли объединить всю Русь в огромное государство? И как сейчас мы сможем это сделать, именно вот опираясь, может быть, на старый опыт, может, какие-то новые что-то должно быть? Как вы думаете? Наверное, мой ответ будет не вполне популярным у той аудитории, которая здесь собралась, но я отвечу то, что я на самом деле думаю. Дело в том, что Русь имела в своем государственном устройстве очень много родового, семейного, и различные ветви рода Рюриковичей, ощущая себя хозяевами Руси, считали, что не грех переделить Русь, еще раз переделить, еще раз переделить, еще раз переделить. И Южная Русь на протяжении нескольких десятилетий, с середины 30-х годов 12 века и по Батыя, превращалась в сплошную непрекращающуюся арену боевых действий. Это страшно было. А Северо-Восточная Русь не была от междоусобий свободна, но их там было поменьше все-таки. И самые большие сражения ощущались как трагедии. Так вот, можно было только одним способом избавиться от этой трагедии. Трагедия, которая была у нас веками. Это постепенное приобретение опыта государственного строительства Константинопольской империи, которую сейчас не вполне правильно называют византийской. Это единодержавие. Это авторитаризм, это сильная царская власть и полное уничтожение родового принципа владения землей и управления ею. Центр один, и он отдает приказы повсюду.
И государство не разделено на море самоуправляющихся территорий. Это государство, где везде один закон, один государь, одни правила поведения и одни способы и одни обязанности в отношении государства. Но вот Иван III начал поворачивать Русь в эту сторону в конце 15 века, и из разрозненных земель, в которые превратилась Древняя Русь, выросло государство России, в котором мы сейчас живем. Ну и что вам сказать? Способ тот же. Прошу вас. Спасибо. Добрый день. Насколько, с вашей точки зрения, можно доверять информации древних рукописей? Ведь авторы были достаточно субъективны. И даже судя по тому, как вот вы говорите о численности войск, настолько разные приводятся сведения. Как можно вычленить истину? И на основе каких документов работали вы? Да дело в том, что если ты просто цитируешь источник и не думаешь о том, кто его, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью написал, о чем он был сам информирован, а что знал понаслышке или вовсе из каких-то сомнительных источников. Если ты не задумываешься о том, какие политические, религиозные, национальные идеи витали у составителей источника в голове, тогда ты можешь жестоко ошибиться, потому что существуют источники поздние, цветистые, подробные, которые, в общем, являются плодом фантазии в значительной степени. И лучше браться за источник ранний, за источник, который можно проверить соседними источниками. За источник, который не имеет в себе, ну скажем, ответа на какой-то вызов. Вот летописец частенько пишет, имея в голове желание ответить на вызов, который брошен его городу, его князю. И он может действительно быть необъективен. Также и когда мы берем иностранную хронику. Ну вот, например, для эпохи Александра существует старшая Ливонская рифмованная хроника, как источник, который постоянно цитируется. Но просто цитировать это, значит не понимать ситуации. Это ведь не высокая германская культура того времени. Это ведь периферия. Это, условно говоря, летопись гусарского полка. Не более того, по уровню. И когда ты его читаешь, этот памятник, нужно очень хорошо понимать, что он второстепенный, периферийный, сделан, скажем так, третьим сортом интеллектуальных сил. Отсюда и отношение к нему должно быть тоже с критикой. Поэтому, ну, общий ответ. Невозможно просто взять, собрать то, что написано в то время, и написать общую реконструкцию. Нужно относиться критически, скептически, с научными методами проверки источников, их критики. Отбрасывать то, что не проходит этой проверки. Отбрасывать то, что является однозначным измышлением. Честно говорить о том, что какие-то моменты сомнительные. Честно говорить о том, что какие-то моменты, скорее всего, просто выдуманы позднее. А в некоторых случаях ты перебираешь источники и находишь уникальное известие, которое никак ничему не противоречит, но просто прошло мимо большого количества историков. Ну вот, например, одна из ярославских, извините, пожалуйста, одна из тверских летописей сообщает, что битва на Чудском озере проходила с участием так называемых людей короля. Люди короля – это датские рыцари, датчане, которые находились на Балтийском побережье в этот момент и, видимо, в небольшом количестве были призваны немцами для совместного отпора рати Александра Невского. Мало кто на это обращает внимание, но это есть. И также и в Роковорской битве соединение датских и немецких рыцарей находит подтверждение в источниках. Но вот это самая летопись гусарского полка, условно говоря, старшая Ливонская рифмованная хроника, даже не упоминает датчан. Она вообще не очень упоминает кого-то, кроме рыцарей-братьев. Отсюда получается так, что не только совокупность источников, но еще и совокупность источников, подвергнутых научной критике. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста.
еще два. Добрый вечер, спасибо за интересную лекцию. Подскажите, пожалуйста, о научных источниках. Удается сейчас ли получать какие-то интересные факты из старых экспедиций или вот из новых экспедиций? Потому что одно дело работать с источниками летописными и другое с фактами, найденными какие-то при раскопке. Был ли у вас в книге ссылка на какие-то экспедиции? Да, конечно. У меня были ссылки на экспедиции, которые работали в районе Чудского озера. Их работало несколько штук разных. В том числе одну из них возглавлял бывший советский военачальник. И он вывел одну любопытную деталь. Когда он встречался с критикой летописного сообщения о том, что битва произошла уже в весеннее время, тем не менее на льду Чудского озера, как бы он выдержал, он проверил толщину льда по месяцам в разное время и сказал: дорогие мои, танки могут пройти по этому льду и не пойдут ко дну. Вот это результат одной из экспедиций. Что же касается работы экспедиции на берегах Чудского озера, там довольно много всего выяснено. Есть предметы, найденные в старину, есть съемка дна, хотя и, надо сказать, неполная. И есть вывод о том, что береговая линия Чудского озера очень сильно изменилась за истекшие века, и мы не можем взять и назвать, вот условно говоря, точку вот в этом месте было сражение. Мы можем сказать приблизительно. Вот примерно здесь. Ответил? Спасибо. Был еще один вопрос. Ага. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Спасибо за выступление. Вот у меня возник такой вопрос. Мы часто рассматриваем Александра Невского как некую историческую персону, которая сильно выбивается из круга других, в том числе благодаря его западной политике. И вообще, насколько корректно ставить Александра Невского в контекст западной политики древнерусского государства, которое, ну, довольно длительное время боролось и со шведами, и с тевтонцами, ливонцами, как до, ну, например, там, битва на реке Воронежка в 60-х годах, где Ростиславич участвовал, так и после, ну, когда вот Давмонт ходил, вот. Ну, еще вопрос, вот как вы считаете, насколько важно литовское направление в, ну, в плане вот поход 45-го года, например, в политике Александра Невского? Спасибо. Но относительно второго сразу скажу, любимая, можно сказать, тема, заезженная пластинка моя. Литовское направление было чуть не самым важным. Важнее немецкого и важнее шведского. Об этом мало говорят, потому что у нас в советское время, вот до революции это понимали, а позднее получилась одна такая неприятная вещь. Все-таки старались ограничить любую критику в отношении титульного народа Советской Социалистической Союзной Республики. И с этой точки зрения, давайте не трогать литовцев, товарищи историки. И в какое-то время, в какой-то мере советский период съел осознание огромной важности литовского направления в политике Александра Невского, его предков и его потомков. Это, в общем, такая аберрация очень серьезная в нашей науке. Что касается первого. Ну, знаете, Александр Невский действительно стоит в контексте политики Руси на немецком, на шведском направлении, на датском направлении. По одной простой причине. Он унаследовал эту политику от отца. Тот унаследовал ее от более ранних правителей и от... Саму эту повестку еще и получил от новгородской общины. Александр Невский передал эту повестку следующим великим князьям, и она передавалась чрезвычайно долго. Она передавалась, я бы сказал, бесконечно долго, потому что со шведцами последний раз воевали в 19 столетии. В 19 столетии. Эта война наша со Швецией, она периодически возобновлялась. Воевали в 18-м, воевали в 17-м, воевали в 16-м. В 15-м не воевали только по одной причине. Не было никакой Швеции, в этот момент она входила в датское королевство. Но мы нашли способ в конце 15 века воевать со шведской провинцией датского королевства. И поэтому, знаете, ну, просто-напросто
Александр Невский – одна из удачных, славных глав в огромной летописи русско-шведских отношений, которые в основном были не мирными, они в основном были борьбой за чрезвычайно обширную территорию. Ижорской земли, Карелии, Кольского полуострова. И эта борьба длилась веками. Ну вот повторяю, ну скажем так, одна из звездных страниц. Вот так. Угу. Ответил? Спасибо. Есть ли еще вопросы? Огромное спасибо вам, Дмитрий Михайлович, за ваше выступление. Хотел бы задать вам вопрос. Какое влияние на царя Федора Алексеевича оказали взгляды его учителя Семена Полоцкого, собственно, его религиозные взгляды Федора, а также на его политику религиозную в области просвещения? Спасибо. Но это немножко не про Александра Невского, не про Дмитрия Донского, но действительно, ну, когда-то... Другие я, ваши книги в «Жизель». Да, и в «Жизель» у меня была, понятно, книга про Федора Алексеевича. Я бы сказал, что колоссальную роль сыграли взгляды Семена Полоцкого в воспитании, получении образования Федором Алексеевичем. И он находился под очень большим влиянием Семена Полоцкого. Но представьте себе, что молодой царь учредил специальную типографию для печатания произведения своего наставника. Представьте себе. Я уж не знаю, какой еще из правителей России для своего учителя сделал что-либо большее. Спасибо. Нас поджимает время. Дмитрий Михайлович, последний вопрос, на который, может, вы коротко ответите. Давайте. Один из наших историков-классиков написал, что на Куликовскую битву шли представители разных русских городов, там, сел, а вернулись они с этой битвой уже единым русским народом. Согласны? Но я знаю эту фразу, немножко рановато, в 14 веке еще нет, а вот что касается стояния на Угре 1480 года, ровно через 100 лет, то вот для этой битвы уже эта применимо. Фраза была бы справедливой. Угу. Так, ну давайте. Спасибо огромное. Теперь Дмитрий Михайлович определит победителя, который получит книгу, сборник фантастических произведений. Ну что же, вот... Литовская политика, сударь, с заднего ряда. Она самая главная, и сегодня тоже оказалась самой главной. Нет, 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 вон там, литовская политика. И, милостивая государыня, археологические экспедиции. Тоже был очень интересный Подходите. Вопрос и интересный ответ. Спасибо, давайте поаплодируем Дмитрию Володихину за столь интересный рассказ. И мы сейчас можем... Подходите за призами. Мы сейчас можем подписать книги «Полководцы Святой Руси». И, наверное, мы сделаем это на соседнем столике, Дмитрий Михайлович, потому что